В Украине открылась очередная сессия Верховной Рады. Президент Виктор Янукович поздравил парламентариев с началом работы. Он призвал их найти взаимопонимание и принять пакет евроинтеграционных законов. Але я впевнений. Украинский парламент сможет объединить усилия вокруг проблем, от решения которых без преувеличения зависит судьба Украины. Самый первый и самый актуальный вопрос для этой сессии – это принятие законов, необходимых для дальнейшего продвижения в европейском направлении. По мнению президента, Украина не должна выбирать между Россией и ЕС. Попытка противопоставить сотрудничество на европейском векторе и сотрудничество с нашими стратегическими партнерами, Российской Федерацией и странами евразийского сотрудничества, безосновательная. В то же время оппозиция осталась недовольна выступлением президента. Виталий Кличко, лидер фракции «Удар», считает, что Виктор Янукович только декларирует стремление страны в Европу. Но еще многое предстоит разрешить. Простой вопрос, который лежит в плоскости полномочий президента, освобождение политических узников, освобождение Юлии Тимошенко, реализация антикоррупционных действий. Украина надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе, который состоится в ноябре. NTD, Киев, Украина.